Нежнейшее пюре из тыквы, кураги и кунжута. Можно добавить еще семя льна сюда. Замочили с вечера кунжут или и семя льна. Курагу тоже замочили. Утром поместили в емкость блендера все это дело. Добавили тыковки, кусочек. Все на глаз делаем. Ну, где-то тут треть стакана кунжута, ложка большая столовая льна семени, тыквы кусочек где-то сантиметр на 10 сантиметров, кураги штук 10, можно 5-10. Долили воды, в общем, в блендере измельчили вот в такое пюре и будем употреблять вкуснятку. Очень вкусно. Вот так вот можно тыкву вкусно есть, а то проваляется.